Добрюшу 1,5 года. В Муртом он попал из госветучреждения, а туда его подкинули. Осенью прошлого года кот переболел ковидом, прошел реабилитацию. Его вакцинировали, он пришел в норму и теперь ждет, когда его заберут домой. Добряш прекрасно ладит с детьми, любит ласкаться и мурлыкать. Отлично подойдет в семью, где есть детки, потому что будет им идеальным компаньоном по всем играм, шалостям и вообще по любым каким-то активностям. Но единственное наше предупреждение, что добряша, конечно, лучше брать единственным котиком в семью, опять-таки из-за того, что у него был коронавирус. А так все хорошо, котик здоров, котик кастрирован, вакцинирован, поэтому приходите, знакомьтесь и забирайте его домой. Свой дом ищет и кот Гусар. Судьба хвостатого непростая. Зимой прошлого года малыша нашли в технопарке со сломанной задней лапой. На лечение ему собирали всем Саровом. Оказалось, что ранее Гусару уже делали операцию, вставляли спицу в лапу. Когда пришло время вытаскивать спицу, кота не привезли на прием, и это дало весомое осложнение. Сейчас у Гусара все хорошо. Он проходит реабилитацию и ждет своей очереди на вакцинацию и кастрацию. По анализам выяснилось, что у него есть вирус иммунодефицита кошек. Для уличных это совершенно неудивительная история, поэтому ему можно быть единственным питомцем в семье именно кошкой. То есть он может жить с собаками, естественно, он может жить с людьми, но котиком он должен быть одним в семье, и тогда все будет хорошо. То есть это заболевание никак не проявляется, терапии не требует, но вот есть именно такое предостережение. А так, котик шикарный, котик ласковый. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта ВКонтакте.